Ladies and gentlemen, referee Mark Godwin's called a stop to this contest at 2 minutes, 49 seconds of the very first round, declaring the winner by TKO, Jimmy Crute. А вот и он, потрясающий момент для Джимми Крута в Мельбурне. 10-0, как ты себя чувствуешь? Все услышали, я Джимми, черт подери, Крут! Ну что ж, потрясающий момент, хороший бой. Возможно, немного спорная остановка, ты отправил его в нокдаун и начал отходить. Что ты думаешь по поводу боя? Да, хотел нокаут с уходом, но стоило просто начать добивать его. Я думаю, что он не мог продолжать, но он может тебя вырубить, будучи потрясен сам, поэтому, конечно, он недоволен. Я прекрасно его понимаю, я думаю, что тоже пытался бы спорить в такой ситуации, но я думаю, это была хорошая остановка. Тренера говорят мне, если я расслаблен, то меня не побить. Так что мы продолжим расти, я вернусь в зал, стану еще лучше и вернусь на следующее шоу в Австралии. Полутяжелый вес сейчас открыт, когда бы ты хотел вернуться? Знаешь, я не знаю, посмотрим, что предложит UFC. Я известен тем, что готов биться хоть когда и хоть с кем. Я хочу отдохнуть немного, а там посмотрим. Австралия, пошумите-ка! Леди и джентльмены, Джимми Крут!